Эй, ты в порядке? Прости, Клэр, я просто устала. Что-то мне не совсем нравится быть жнецом. Жаль такое слышать. Знаешь, ты в этот раз меня разбудила в 2 часа ночи. Если тебя тошнит от этой работы, может, просто уйдешь? Нет, мне она нужна. Мне это горько признавать. Но Маркус и вправду помог мне снова встать на ноги. Ага, эй, слушай. Ты же получаешь деньги за убийство мертвых. Это же типа самая крутая вещь в мире. Тебе еще понравится. Как тебя не пугает все это? Ой, да ладно, серьезно. Видишь, об этом и речь. Что?